Экс-директор Камчатской межобластной ветеринарной лаборатории отделалась условным сроком за растрату почти 700 тысяч бюджетных рублей. Суд приговорил мать четверых детей к 2 годам лишения свободы условно, сообщают в краевой прокуратуре. Там рассказали, что в течение 4 лет елизавчанка спускала казенные деньги на задабривание членов комиссии, приезжавших на Камчатку для проверки ветлаборатории. Она оплачивала проживание проверяющих в гостиницах, организовывала им поездки в долину гейзеров и этнодеревню, дарила сувениры и рыбу. Для этого директор предлагала своим подчиненным написать заявление о материальной помощи, сама указывала ее сумму, а полученные деньги сотрудники отдавали начальнице. Всего в суде доказано 9 таких эпизодов. Ущерб бюджету составил более 670 тысяч рублей. Часть этих денег подсудимая уже вернула.